Давайте мы еще раз все встанем. Как я уже сказал, что Тора это является четвертой радостью, Симхат Тора, радостью, которой радуется весь израильский народ. Но есть еще одна радость, без которой то, что сегодня происходит, может быть, и не происходило. Я хочу позвать Нину и Леона. Леон уже здесь. Не нужно. Давай потом. Леон несколько дней назад был день рождения, а у Нины прямо сегодня. Прямо сейчас, в это время, мы хотим просто помолиться за вас. Знаете, всегда говорят, рыба гниет с головы. Все это знают, очень, да? Очень классное сравнение. Для чего я это сказал? Не потому, что наша община гниет, а наоборот, наша община процветает, потому что очень-очень много вот эта пара тянет на себе. Голова у нас, слава Богу, здоровая. Давайте помолимся, чтобы эта голова была здоровая и дальше, не в плане размера, а в плане благословения, мудрости, здоровья. И чтобы Бог благословил и Нину, чтобы она поддерживала Леона, как она делала до сих пор, чтобы Бог давал им во всем благословение. Господь, мы благодарим Тебя за Нину, благодарим Тебя за Леона, благодарим Тебя за их детей. Мы благословляем их святым именем Твоим, Господь. Благословляем здоровьем, благословляем всяческим достатком. Благословляем успехом и мудростью Твоим водительством, особенно Твоей рукой, чтобы Твоя рука была над ними, благословляя и даруя радость. Радость во всем, в том, что они делают, радость в детях их. И чтобы они увидели детей своих и с радостью видели это. Чтобы ничего не опечалило и не обращало их взор, когда они смотрят на свою семью, а радовали. Чтобы семья их всегда была источником радости, мира и покоя. И пусть Твоя рука будет над ними во имя Иешуа Мессии. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. Вот תורה, которую Господь даровал своему народу через Моисея. Амен. בוא נשיר את השיר ו... נעלל את התורתו, נעלל את אלוהים שנתן לנו תורתו, עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ולתום חייה מאושה דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שם одно из действий, которое делается на Симхат Тора, это выносят Тору, даже не одну Тору, а все Торы обычно, которые есть, и проходят 7 кругов, обычно вокруг кафедры, скажем так. И почему это происходит? Если кто-то из вас знает немножко историю, кто-то читал книги Иисуса Навина, там есть такое место, когда Израиль, он шел, они хотели захватить Иерихон. И этот город, он там много поклонялись идолам. И Господь сказал уничтожить всех, но у него были очень высокие стены, и никак невозможно было туда пробраться. И Израиль, они взяли трубы, они взяли шофары, и они просто шли и трубели. Но впереди них шел ковчег Завета, там, в котором находились свитки, манна. И вот они шли, и они трубели в шофар.
делали семь кругов, и на седьмой круг эти стены, они рухнули. И вот этот вот символ сегодня, оно как напоминание, чтобы могли рухнуть стены Иерихона, потому что в каждом из нас есть какие-то стены, у кого-то бетонные, у кого-то деревянные, от того, что вот это вот слово, живое слово Бога, оно не может проникнуть в нашу внутренность. И когда сегодня мы будем сейчас веселиться, уже совсем вот-вот, то пусть рухнут вот эти вот стены, которые мешают Божьему Слову, Божьей любви проникнуть в нас. Аминь. Thank you.
Как вам самим? Как самим?